Добрый вечер всем. Давайте проверим связь, как меня слышно и видно. И будем начинать наш сегодняшний вебинар. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня видно, слышно хорошо. Сейчас попробую изменить, чтобы не хамило. И будем начинать. Как сейчас слышно? Не хамит? Хорошо, сейчас по звуку. Угу, отлично. Ну все, тогда будем начинать наш сегодняшний вебинар. Суть нашего онлайн-проекта, проекта международного территории роста. Ну, для начала хочу представиться. Я впервые провожу, наверное, вебинар именно о сути этого проекта, поэтому я думаю, что среди вас есть много тех, кто вообще, ну, как бы видит, слышит меня впервые. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто вообще, ну, как бы меня никогда не слышал, чтобы я вообще понимала рассказывать о том, кто я и что я. Есть такие, да, хочу тогда представиться еще раз. Меня зовут Бирюкова Наталья, я индивидуальный предприниматель и на данный момент являюсь участником нашего международного проекта «Территория роста». Могу сказать сразу, Аня, огромное спасибо за потрясающий вебинар, потому что продукция Wellness – это тоже один из тех продуктов, которые мы любим всей семьей, да, и потребляем его уже очень-очень давно. Но, конечно же, первый продукт, с которым я познакомилась, это было, конечно же, возможности бизнеса. Я пришла в компанию изначально зарабатывать деньги, меня мало интересовал продукт, там, пользоваться продукцией, там, покупать дешевле или еще что-то. Я всегда искала возможность, как можно заработать больше на свои мечты, на осуществление своих целей. И, конечно же, вот в этом ДС ко мне пришла компания Reflay. Я еще не знала, что нужно делать, каким образом зарабатывать эти деньги, да, и, в принципе, сути MLM-бизнеса я не знала, да, но мне было очень интересно узнать, и я познакомилась с человеком, который зарабатывал эти деньги, да, это сейчас топ-лидер компании Reflame, Елена Рабочая, Денис Бирюков, на тот момент она была золотым директором, но на самом деле даже тогда, да, когда не было, скажем так, еще таких онлайн-технологий, онлайн-возможностей, можно было расти, зарабатывать и развиваться. И сейчас, конечно же, с онлайн-проектом, с таким классным проектом, как «Территория роста», это можно делать намного быстрее, и в данный момент у нас в команде уже более 100 человек, которые вышли на очень хорошие доходы, и я вот не знаю, кстати, есть здесь или нет, буквально сегодня во всех наших чатах пестрилось, у нас появился новый менеджер 12%, Настя Зимко-Кислова, давайте бурными аплодисментами ее все поздравим. Конечно же, в следующую среду на вебинаре мы ее будем поздравлять. Но сегодня еще раз, Настя, если ты здесь, не вижу в чате, правда, прими поздравления наши, да, и, конечно же, в следующую среду будем тебя дружно командой поздравлять. Ну и, конечно же, как я уже сказала, я пришла в компанию «Реклама зарабатывать деньги», и вы, наверное, все знаете, что деньги, кто-то говорит, что это не важно, что без денег можно прожить, нет денег, счастья и так далее и тому подобное. Все наши мечты, абсолютно все, что мы имеем в нашей жизни, это все упирается в деньги. Тоже правильное питание, тот же wellness, да, покупать для себя и для своей семьи, обучение, образование нашим детям, подарки, какие они хотят получать на день рождения, а не то, что мы можем подарить им, да, это путешествие, отдых и, конечно же, те наши хобби, развлечения, которые мы можем позволить, они тоже стоят денег. Вы знаете, когда я пришла в компанию Reflame, я не была замужем, у меня не было семьи, и, конечно, когда ты один, вроде бы тебе ты работаешь, получаешь зарплату, тебе хватает на какие-то свои нужды, развлечения, опять-таки увлечения, хобби, путешествия, но с течением обстоятельств мы обзаводимся семьями, выходим замуж, и когда я находилась в декретном отпуске, вот именно в тот момент у меня появилось четкое решение зарабатывать еще больше, да? Потому что доходы падают, одна зарплата исчезает, и, конечно, вот здесь, конечно, встает очень острый вопрос о том, как заработать и где заработать. Появляются мысли о том, что, возможно, не все твои мечты могут осуществиться, да? Где-то ты находишься в каком-то страхе, а что же делать дальше? Но когда находишься в стабильной компании, в стабильно развивающей компании и с классным партнером, ты не задумываешься о каких-то кризисах, там, или неудачах, или еще что-то. И вот сейчас, наверное, самое классное время начинать развиваться и зарабатывать деньги. Ну, можно спросить, почему, да, потому что очень часто, и это статистика, это не только мои слова, да, то, что крупные компании растут именно тогда, когда кризис.
Вот сейчас вроде бы в нашей стране кризис, да, вы все знаете, что сокращаются работы, там, не выплачивают зарплаты, убирают какие-то премии, там еще что-то, ну как бы и большое количество людей, огромное количество людей в нашей стране, да и не только, да, они находятся в стадии того, где бы заработать, да, как выжить, там, не говоря уже о том, что мы мечтаем о чем-то светлом, красивом, да, там, каком-то шикарном будущем. Вот, поэтому, конечно же, сейчас самое время стартовать, и наш онлайн-проект, он, конечно, нам всем поможет, как это сделать легко, быстро, и, в принципе, что для этого нужно делать. Мы предлагаем открывать онлайн-магазины, и кто знает, сталкивался с онлайн-бизнесом, либо с сетевым бизнесом, да, либо, ну, как бы, опять-таки, традиционные, если так легче воспринимать, то, конечно же, вы все понимаете, что один магазин – это хорошо, да, но много магазинов – это лучше, да, когда сеть, когда их много, тогда доходы наши растут, тогда, конечно же, мы получаем большие товарообороты, мы получаем большую прибыль, да, ну и, соответственно, большие доходы. Вот сейчас тут на этом слайде вы видите, ну, даже, ну, я не знаю, там, одна тысячная, наверное, представлена только тех онлайн-магазинов, которые есть, которые предлагают продукты, и сейчас можно в онлайн покупать абсолютно все. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Вот у нас здесь сколько? Почти 40 человек. Кто из вас хоть раз в жизни что-нибудь покупал онлайн? Именно вот сидя дома, не выходя через интернет, неважно что там, продукты питания, одежду, что-то заказывал, там, неважно что. Вижу, пошли плюсики, да, и нас, конечно же, с вами много, особенно тех, кто сейчас у нас онлайн-пользователи именно компании Oriflame, мы с вами понимаем, что это сейчас развивается, это направление, оно сейчас лидирующее. И, конечно, если обратить внимание на следующий слайд, то за интернет-бизнесом будущее. Будущее почему? Потому что с каждым годом продажи интернет-магазинов, они растут. Растут, и по статистике, если смотреть, то уже где-то лет через 20 мы все перейдем на онлайн-покупки. Сейчас, конечно, если обратить внимание на то, что происходит даже, ну вот у нас в городе, я проживаю в городе Витебске, да, я могу сказать, что за последнее время уже банки принимают мало какие платежи, да, переходят на онлайн оплаты какие-то. Где-то кто-то переходит от того, чтобы, ну, как бы не платить зарплату сотрудникам, да, поставить какой-то аппарат, который будет принимать. Поэтому на самом деле к этому предложению нужно отнести серьезно, рассмотреть его, да, подумать, ну это недолго думать, а сразу начать действие. 21 век – это век информационный, и, конечно, Беларусь – это тоже не исключение, если посмотреть на количество интернет-пользователей в 2015 году, да, которое составило 9 700 000, и посмотрите, какое огромное количество, то есть почти треть всех этих людей, да, совершает покупки через интернет. Я уже сказала, да, это и оплаты, и там, покупки любых товаров, оплата билетов, поездок, каких-то денежных перечислений, госуслуги, штрафы. Я думаю, что тоже все вы с этим сталкивались, и ну, если не каждый день, да, хоть раз в месяц, точно мы как бы этим занимаемся. Если посмотреть, конечно же, на то, что... Ну, какая задача именно онлайн-магазина, да, какая цель онлайн-магазина. Для того, чтобы он работал, конечно же, нам нужно создавать поток покупателей. У нас есть продукт. У нас есть продукт очень высокого класса, да, и мы, конечно же, сейчас об этом поговорим. У нас есть что предложить людям. И, конечно же, возможность онлайн-магазина, именно вот нашего, да, она заключается в том, что каждый человек, который приходит в наш магазин, он может покупать не по ценам магазина, а дешевле. Дешевле минус 20% от цены магазина, то есть быть вот таким вот лояльным покупателем. И, конечно, очень часто, когда сейчас общаешься с людьми, когда предлагаешь эту возможность, эту вакансию, развивать свой онлайн-магазин, развивать сеть магазинов, расти, зарабатывать деньги, то очень многие говорят, ну, у меня, наверное, не получится, я никогда этого не делал или еще что-то. Но на самом деле методом продвижения в онлайн может научиться каждый. Абсолютно каждый человек, у кого есть интернет, у кого есть там ноутбук, телефон сейчас, да, то есть, ну, как бы, сейчас очень много гаджетов, которые позволяют нам передавать информацию, получать информацию, да, главное сейчас, ну, как бы, чтобы был интернет все время под руками. И, конечно же, самое главное, чтобы у вас было желание что-то в этой жизни изменить.
Ну и, конечно, та компания, которую мы предоставляем, компания Reflame, это компания, конечно, которая для нас делает, ну, не знаю, неимоверные какие-то условия, усилия, да, потому что наша задача, как я уже сказала, организовать поток покупателей. Но компания Reflame как партнер, да, это, конечно, гордость наша, она делает огромный кусок работы за нас. Если посмотреть на классический какой-то линейный бизнес, то чтобы вам создать даже там один какой-то магазин, да, открыть или еще что-то, вам нужно проделать огромный кусок работы. Для этого нужны, ну, как минимум, финансовые вложения. Да? Можете мне подсказывать, если знаете, что для этого нужно, можете прямо в чатах писать, что еще нужно. Во-первых, нужен бизнес-план, да, что делать и как делать. Ну, первое, конечно же, это финансовые вложения, и никто вам не дает гарантию, что ваши деньги не пропадут. Да? То есть вы не застрахованы от рисков, не застрахованы от того, что это все куда-то рухнет и исчезнет. То здесь, когда мы начинаем в онлайн-проекте развивать, да, строить свой онлайн-магазин, расти, зарабатывать деньги, первое, здесь нет никаких вложений абсолютно. Ну, вы не вкладываете финансово для того, чтобы открыть свой магазин. Второй момент, конечно же, заключается в том, что нет никаких рисков. Почему нет рисков? Рисков нет потому, что вы, ну, как бы ничего не вкладываете абсолютно. То есть невозможно потерять, если ты ничего не вложил. Ну и, конечно же, очень важно, что тот партнер, с которым мы сотрудничаем, это компания Reflame, она дает нам очень много. Это первое, что у нас есть, и сразу все, кто зарегистрирован, если кто-то еще думает, да, первое, что вы увидите, это свою страничку на сайте. Это международный сайт, который позволяет вам оформлять международные номера, открывать международные магазины во всех странах, в которых сотрудничает компания. Да. Вы можете не быть привязаны, как уже сказала Аня, да, к какому-то месту одному, там, к офису, чтобы приходить работать, или еще, чтобы вы можете работать абсолютно везде, где есть у вас интернет. Да. И, конечно же, компания организовала для нас все, доставку товара в любой уголок, да, в Беларуси, России, в той стране, где есть официальная Reflame, доставка товара и доставка продукции будет абсолютно в каждый дом. Это юридические, бухгалтерские, конечно же, права и защиты. И это все дает нам наша компания-партнер. И в то же время она поддерживает нас различными акциями, бонусами, подарками, которые есть не только для тех людей, которые впервые присоединились, для новичков. И отметьте, пожалуйста, в чате сейчас плюсиками те, кто у нас новички и идут по нашей программе, стартовой программе для новичков и получают сейчас подарки акционные от компании. Это тоже круто, да? Это вот есть у нас такие, кто получает подарки. И вы знаете, что если бы это был ваш бизнес, да, если бы это был традиционный бизнес, это был бы ваш магазин, это вся вот эта вот, скажем так, ноша легла бы на ваши плечи. Вы сами бы придумывали акции, вы сами бы придумывали, какие подарки, как привлечь покупателей в ваш магазин. Ну и, конечно же, вкладывали бы еще в это деньги. Но для нас это все делает наша компания, компания-партнер, с которой мы сотрудничаем. Ну и, конечно же, когда вы выбираете компанию, с которой сотрудничать, ну, нужно тоже отдавать отчет тому партнеру, с которым вы собираетесь сотрудничать. Компания Reflame, она сотрудничает, находится официально, легально в 62 странах по всему миру. Это, конечно же, колоссальная возможность нам развиваться там, где мы хотим. Компания Reflame – это надежный партнер, который на рынке представлен уже почти 50 лет. В следующем году компания будет праздновать свой 50-летний юбилей. Это тоже круто, что компания Reflame 50 лет растет, развивается новые партнеры. Да? И, конечно же, это глобальная компания, которую знают во всем мире. Это раскрученный бренд и товары повседневного спроса, которые не нужно предлагать. Люди сами понимают, что им нужно пойти купить шампунь, гель для душа, пасту зубную. То есть это все то, чем мы пользуемся, и абсолютно каждый из вас начинает свой день именно с тех продуктов, которые мы предлагаем. Конечно же, товарооборот компании, он каждый год растет, мы не стоим на месте. Компания, как партнер, нам тоже предоставляет какие-то отчеты, сведения, цифры, да, и мы видим, что каждый квартал, каждые там, 3 месяцев, да, мы видим, что мы прирастаем процентом в товарообороте, в евро, в национальной валюте, то есть это тоже круто, и мы видим, что мы не стоим на месте. И, конечно же, этот доход, он официальный, легальный, на карточку
без каких-то там виртуальных электронных денег, без зарплат в конвертах. Вы сами понимаете, что вы можете здесь заработать доход неограниченный столько, сколько вы хотите. Ну и, конечно же, если говорить о нашем продукте, то компания Reflame – это выбор года. Выбор года – это конкурс наш международный, национальный, именно белорусский. Да? По итогам 2015 года мы получили награду, наш генеральный директор Екатерина Мамедова со своей командой получала эту награду. И, конечно же, это наша гордость, это то, что мы рассказываем абсолютно на всех встречах. И говорит о том, что нас любят, нам доверяют. И, конечно же, это говорит о том, что огромный товарооборот, который делают, это те клиенты, это те лояльные покупатели, которые находятся в Республике Беларусь, пользуются и покупают нашу продукцию. Ну и, конечно же, сейчас целый час, я не буду говорить вам сейчас более подробно, Аня нам рассказывала о преимуществах нашей продукции Wellness. Это тот продукт, который мы все любим. В первую очередь почему? Потому что это тот продукт, который делает нас здоровыми, делает нас красивыми, делает нас еще более успешными, да, потому что поднимает настроение, дает нам энергию, силу для того, чтобы расти и развиваться. Это тот продукт, который имеет самые высокие стандарты качества. Да? Это тот продукт, который тоже постоянно номинируется и получает различные премии. Это тоже один из факторов гордости, на котором нельзя умолчать, да, премию, которую мы получили именно за здоровое питание. Конечно же, если возвращаться к нашему проекту, мы имеем очень классного партнера. Партнера надежного, партнера стабильного, партнер, который уже 50 лет нам доказывает то, что компания действительно стабильно развивается. Конечно же, мы имеем не только классного партнера, но и имеем классный продукт, который нужен. Ну и если говорить о преимуществах нашего бизнеса, именно онлайн-проекта, то, конечно же, здесь очень много преимуществ. Это, ну, если начать с того, что говорила опять-таки Аня, да, то, что мы можем работать и абсолютно с любой точки земного шара, да, где бы мы ни находились, проводить встречи, проводить онлайн-обучение, вещать там о наших каких-то акциях, общаться с командой, да, потому что наш бизнес полностью помещается на Google. Это, конечно же, еще раз подчеркну, специальный доход. Вне зависимости от начальника. Вот если, знаете, мне тоже очень двоякое такое отношение, когда говорим о том, что нет начальника, да, нет зависимости. Потому что, ну, белорусы мы такие, нам все равно нужно, чтобы, ну, кто-то нами руководил, да, потому что очень сложно себя самих сорганизовать. Если у вас нет четкой мечты, вот четкой такой какой-то, я не знаю, чтобы вас вот перло прям, да, от того, чтобы на действие. Потому что вы понимаете, что в этом бизнесе вас никто не будет заставлять, вас никто не будет, скажем так, направлять на то, что тебе нужно это сделать там, или не нужно. Сам должен понимать и брать ответственность, что это мой магазин, это мой онлайн-проект, и я сам несу ответственность за то, сколько я буду зарабатывать, сколько я смогу там потратить на свои мечты. Тебя никто не сможет уволить или сократить, или наказать. Вот здесь вот тоже минус большой, да? Почему? Потому что мы тоже боимся. Мы когда работали, ну, работаем на основной работе, где-то по найму, да, нам же страшно что-то сделать, потому что мы понимаем, что потом последует наказание. Потому что будет штраф, там, или там не получим прогрессивку, или премию какую-то, или еще что-то. Поэтому, конечно же, нужно обращаться к спонсору иногда, затем к человеку, который вас пригласил, затем, чтобы он тоже, ну, чуть-чуть вас, ну, как бы наказывал, да, за то, если вы не выполняете там какие-то свои планы, или там чуть-чуть не дотягиваете до тех целей, которые ставите для себя на каталог, на неделю, там, на каждый день. Ну, я уже говорила, что нет финансовых рисков, личностное развитие – это тоже круто, потому что абсолютно каждый день вы можете развиваться, вы можете посещать наше онлайн-обучение, можете приглашать людей для того, чтобы развиваться, это чтение книг, и если посмотреть на тех лидеров, которые пришли в Reflame, да, вот какие они были до и после, нам нужно тоже уже альбомчик какой создавать, это вообще колоссальная разница до и после, потому что на самом деле мы развиваемся все, мы меняемся не только внешне, но и внутренне, становимся сильнее, увереннее, да, и абсолютно разные люди получаются вот через год, через два после того, как мы развиваемся и растем вместе с нашей любимой компанией. Конечно же, это корпоративные мероприятия высочайшего класса, и сегодня в конце буквально пару фотографий покажу эти банкеты директора путешествия по миру, и признание, награждение, благотворительность. С нами сотрудничает королева Швеции Сильви. Это тоже наша гордость, да, потому что королева,
королевская семья, ее за деньги не купишь, королева сама выбирает компанию, с которой ей сотрудничать. Это, конечно же, знакомства и новые друзья, которые мы приобретаем здесь абсолютно каждый день. А работая онлайн, конечно, можно строить команду среди своих знакомых, по списку знакомых, да, но очень много людей появляется, которых абсолютно мы не знали, и первый раз вот мы как бы познакомились именно в компании Reclaim, и они становятся нашими хорошими знакомыми, друзьями, мы дружим с семьями, да, и, конечно же, это тоже классно. Возможность постоянно, не постоянно, возможность передать свой бизнес по наследству, это тоже круто. Нет такого абсолютно нигде, да, любой там, я не знаю, какой-то там, какой бы мы ни были крутым начальником, кем бы мы ни работали, да, нет такой возможности уйти и посадить там своего ребенка, там, своего преемника на свое место с тем же доходом, с той же короной, да, потому что у высшего руководства тоже есть свои дети и своя семья. И, конечно же, это свобода. Свобода времени, свобода, когда зарабатываешь, когда ты можешь себе позволить чуть больше, это семья, какие-то увлечения, проводить свободное время, свое именно и планировать так, как ты его хочешь, а не хочет его начальник. И, конечно же, как я уже и говорила, то, что суть любого бизнеса – это создание товарооборота. Мы должны понимать, что у нас есть продукт, мы не продаем воздух, у нас есть продукт высокого качества. И чем больше мы создаем товарооборот, тем больше, конечно же, прибыль мы получаем. Чем больше товарооборот, тем больше процент от этого товарооборота вы получите в денежном эквиваленте. Есть два способа, как можно организовать этот товарооборот. Первый, конечно же, вы можете делать лишние рекомендации. Да? Вы можете рекомендовать наш продукт. Сейчас, буквально час назад, да, вы вот слушали о том, какой классный продукт был. Да? Поставьте, пожалуйста, в чате единички, кто этот продукт еще не пробовал ни разу, вообще ничего. Ну, вот только слышал еще. Спасибо. Есть такие. И теперь вот вопрос именно к тем людям, которые не пробовали его. Скажите, а вот после того, как Аня рассказала сейчас, провела такую классную презентацию, захотелось ли вам попробовать? Захотелось ли вам, ну вот после каких-то рекомендаций, после какой-то дополнительной информации, попробовать и испробовать этот продукт на себе, на членах своей семьи и стать еще здоровее вместе с продуктом Wellness? Да, вот видите? На самом деле это правильно, да, почему? Потому что когда вы профессионал, когда вы профессионально продаете тот продукт, который вам нравится, я могу сказать честно, что я очень люблю нашу продукцию. Но так было не всегда. Когда я пришла в компанию Reclaim, я не пользовалась продукцией и говорила, что ну, как бы я буду работать, буду зарабатывать, ну, как бы мне не обязательно пользоваться нашим продуктом. И я так говорила, потому что я не знала и не пробовала. И знаете, сейчас, когда начинаешь работать, сталкиваешься с огромным количеством людей, и где-то 75-80% негативное мнение сформировано с каким-то негативным опытом в прошлом. Но этот опыт не всегда даже, скажем так, направлен на компанию Reclaim, потому что когда начинаешь задавать какие-то вопросы, люди потом говорят, а может это не Reclaim был вообще, а может там еще что-то, да? То есть на самом деле нужно просто быть профессионалом своего дела и классно рекомендовать тот продукт, в котором вы уверены. Все мои клиенты, которые у меня сейчас есть, да, это, конечно же, люди, которые, ну, просто, ну, даже они говорят, мы даже не хотим покупать дешевле, мы не хотим быть лояльными покупателями, потому что нам нравится, как ты нас обслуживаешь, нам нравится, что ты нам рекомендуешь, нам нравится все то, что ты нам предлагаешь. И вот это вот тоже классно, ну, как бы, зарабатывать на рекомендации, здесь тоже есть свои плюсы, есть свои минусы. Какие плюсы? Ну, потому что вы получаете очень быстро доход. Вы получаете деньги сразу, сегодня порекомендовали, сразу же получили. Это, конечно же, очень легко делать, да, потому что, когда ты что-то любишь, это очень легко рекомендовать, и тебя очень быстро это приобретает. Ну, и, конечно же, с таким продуктом очень престижно работать. Наши серии, такие сейчас как Knowledge, да, абсолютно все возрастные серии комплексного ухода, наш продукт Wellness, наши шикарные люксовые ароматы. Это то, что, конечно же, стоит на уровень выше многих других компаний, а многие продукты, да, их таких даже в мире нет. Вот возьмите нашу серию, которая в действующем каталоге Eco Beauty на первой странице, да, это единственная вообще такая серия уникальная в мире. Поэтому нам есть чем гордиться, просто нужно больше узнавать об этом. Ну и, конечно же, в личных рекомендациях есть и свои минусы.
минусы какие, потому что это доход он ограниченный. Он ограниченный тем, что если вы не работаете, вы не зарабатываете. И этот доход, конечно же, ограничен временем, потому что у каждого человека в сутках 24 часа, и вы не можете постоянно ходить, продавать и рекомендовать продукт. Вам еще нужно жить, уделять время своей семье, да, и, конечно же, заниматься какими-то еще своими делами. Так вот, наша задача, конечно, и задача нашего интернет-магазина – создать такой оборот, который, конечно же, будет работать независимо от вас. Каким образом это делать? Когда вы привлекаете в свой магазин постоянно покупателей, вы со временем можете выйти на такой товарооборот, который позволит вам уже не работать. Когда вы сможете отдыхать, а деньги будут идти. Вот сейчас, я не знаю, все знают, наверное, такую крупную сеть, как Евроопт, там, да, как какие-то еще там крупные сети магазинов. Начальник, руководитель, он, наверное, не стоит же, не продает там за каждым продуктом. Он уже сидит и получает, скажем так, процент от всего вот этого вот движения, которое происходит. Поэтому наша задача создать вот такой вот огромный товарооборот, который позволял бы нам потом уже не работать. Потому что я уверена, что абсолютно каждый из вас тоже хочет немного поработать, чтобы потом уже отдыхать и получать удовольствие от проделанной работы. Ну и, конечно же, как ведется работа, да, что нужно делать? Ну, первое, это, конечно же, оформление заявок онлайн. Это скайп-встречи, собеседование, работа в социальных сетях, ведение информационных рассылок и обучение онлайн. Обучение онлайн, которого у нас предостаточно, и вы можете обучаться и как новички, и как партнеры, и приглашать своих знакомых на то, чтобы они получали дополнительную информацию именно о нашем проекте. Как это работает? Смотрите, есть вы, вам пригласить достаточно 5 человек, пятерочку, да, и научить ваших людей делать то же самое. На картинке показано, что абсолютно каждый из этих людей начинает приглашать. Вы приглашаете, если вы пригласили 5 и каждый из них по 5, то у вас уже в команде 31 человек. 31 человек – это уровень менеджера. А уровень менеджера, чтобы по времени так вот ориентировать, это где-то 2-3 каталога работы. Да, конечно, я не говорю, что это бизнес халявный, и вам прям вот деньги будут падать с неба. Нет, конечно. Для того, чтобы зарабатывать, в любом случае нужно хорошо поработать. Нужно организовать систему, нужно найти этих лояльных покупателей, нужно найти партнеров, которые будут делать эту работу вместе с вами. Ну вот смотрите, у вас в команде 31 человек, и, соответственно, ваш доход уже на уровне менеджера. Приблизительно от 200 условных единиц уже идет. Для начала, поставьте плюсики, пожалуйста, кто не менеджер, еще не директор. Вот для начала, скажите, 2-3 каталога работы. Вот для начала, хорошие деньги, вот хотели бы вы попробовать и получать такие деньги? Отлично. Только Светлана хотела. Нет, пошли. Еще Светлана. На самом деле, мы все взрослые люди и понимаем, что для того, чтобы что-то получать, нужно что-то отдавать. Нужно отдавать свое время, нужно делать очень простые действия. И однозначно в Oriflame нет людей, и в нашем проекте нет людей, которые не заработали бы денег, у которых бы не получилось, только если вы в какой-то момент остановились, сдались, или не делали то, что вам говорит спонсор. Поэтому самое главное здесь четкие действия, четкий план, конечно же, вы будете расти. А что делать дальше? Вот вы вышли на уровень менеджера. А дальше нужно делать все то же самое. Ничего нового придумывать не нужно. Нужно просто тоже приглашать людей. Но здесь нужно не только приглашать самих, а обучать наших людей делать то же самое, что делали мы. Как только ваши люди начинают приглашать своих знакомых, вы растете, и следующий уровень – это уровень директора. На уровне директора это другие преимущества. Это, конечно же, самое важное, для чего мы все в этом проекте, пришли зарабатывать. Это растут ваши доходы. Среднемесячный доход составляет уже где-то в среднем 700, от 700 до 1000 условных единиц. Единовременная премия, которую вы получаете, это минимальная премия, 1000 долларов. Вы участвуете в программе «Мой автомобиль» и можете взять новенький автомобиль с салона «Шкода», либо получать на свой номер денежные бонусы от 1 миллиона до 3 миллионов, просто как дополнение. Это приглашение на банкет директоров на 2 персоны, это шикарное мероприятие, я вот всем рекомендую там быть обязательно, потому что
Только вы попадаете туда один раз, вам хочется и хочется каждый год посещать эти мероприятия снова и снова. Ну и, конечно же, это открываются новые перспективы для дальнейшего роста. Потому что на уровне директора это только начало, да, и ничего не заканчивается. Огромное количество людей в нашем проекте, в наших командах стали успешнее. Это директора нашей компании, нашей команды, которые получили свои премии 1000, 1500, 2000 долларов. И кроме этого, у нас есть еще свои внутренние акции компании, которые тоже позволяют вам получать еще большее призвание, еще большую мотивацию, еще больше подарков. На следующем слайде вы можете увидеть это новый директор. Это новый директор уже 2016 года, Ольга Мельникова. И от нашей команды каждый директор, помимо классного дохода, помимо премии в 1000 долларов, вы получаете еще поездку на лимузине, подарок от своего директора, от своего спонсора и вот такую вот потрясающую подвеску «Золотой кулон». Я думаю, что у нас сегодня есть люди на вебинаре, которые хотели бы получить такую подвеску, хотели бы получить эту поездку на лимузине, но самое главное – увеличить свои доходы и изменить что-нибудь в своей жизни. Есть такие у нас, кто хотел бы стать директором и получить все те бонусы, вознаграждения, которые у нас есть? Отлично! Ну и, конечно же, это премия, которую получали наши топ-лидеры, премия 6 тысяч долларов, это уровень бриллиантового директора, это топовое звание в Республике Беларусь. Конечно же, я с гордостью говорю всегда об этих людях, потому что это мои спонсоры, это те люди, которые меня пригласили в компанию, да, и в команду «Зарабатывать деньги». Ну и, конечно же, это те люди уже, с которыми советуется компания как с партнерами. Это те люди, которые прошли путь от новичка, да, сделали этот результат сами, создали эту классную команду. И это самый лучший результат всего Витебского региона. Это наша гордость, это самое высокое звание, которое у нас есть. Ну и, конечно же, если вы посмотрите сейчас на этот слайд, может быть, он мелкий, может быть, не совсем видно те цифры, которые есть у нас на лестнице успехов, но я могу сказать, что уровень директора – это вот в самом-самом низу, да, 1000 долларов, зелененький такой первый чек. Но посмотрите, какая еще высокая лестница, какое огромное количество премий, званий. Посмотрите, какое огромное количество денег есть в нашей компании. Деньги, они точно есть, их просто нужно взять. Нужно выполнить определенную работу, она очень простая. И знаете, как правило, 3П такое существует. Нужно просто приглашать людей, пользоваться продукцией и посещать обучение. Больше ничего делать не нужно. На начальном этапе для того, чтобы выйти на уровень директора, этого достаточно. Вы обучаетесь, обучаете, посещаете, пользуетесь, но самое главное, вы приглашаете для того, чтобы создать вот этот вот огромный поток потребителей, покупателей, лояльных партнеров ваших, которые будут создавать товарооборот ваших магазинов. Чем больше ваших магазинов, тем больше ваш доход. Конечно же, если вы пришли заниматься неблаготворительностью, зарабатывать деньги, то нужно начинать уже прямо сейчас. И мы в компании Reclaim, конечно же, не только зарабатываем деньги, это чеки, которые вы видите сверху, да, которые получали последние мероприятия, на котором мы были в Минске, огромные наши команды, да, из города Витебска. Конечно же, мы вместе отдыхаем, вместе поем. Нижняя фотография слева, это вот вчера, мы уже после wellness-ужина ходили, и команда лидеров отметили ту проделанную классную работу. Если компания нас благодарит, да, если компания нам оказывает призвание, то вы тоже себя радуете, балуете. За каждую вашу проделанную работу вознаграждаете себя каким-то маленьким дополнительным праздником. И, конечно же, иногда компания дает даже больше того, чем мы ожидаем. Компания Reclaim, это, я еще раз скажу, это тот партнер, который ценит в людях чуть больше, чем просто деньги. Это тот партнер, который ценит в бизнесе не только прибыль. Это тот партнер, который дает тебе даже то, о чем ты и мечтать не мог. Да? Вот есть мечты, которые мы прописываем, к которым стремимся. Есть там коллажи, которые мы вывешиваем, да, и тоже идем к достижению этих целей. И есть то, о чем ты даже не мечтаешь, но с компанией Reclaim ты это получаешь. Это ратуша Нобель-Холла, которая находится в Стокгольме, в центре Стокгольма. И наши топ-лидеры, закрыв два звания, посетили их, награждали как действительно нобелевских лауреатов. Вот это вот компания Reclaim.
Это вот отдых и путешествие, которое вы можете получить абсолютно бесплатно за счет компании. Для этого нужно просто двум людям найти двух людей, которые хотели бы так, как и вы, изменить что-то в своей жизни, осуществить свои мечты, зарабатывать деньги и помочь им выйти на уровень директора. И вы так же, как и наши спонсоры, вы так же, как и наша команда, будете путешествовать на золотые конференции за счет компании, вместе с дружной компанией. Конечно же, в следующем году это юбилейная конференция, на которой я точно знаю, вижу, что здесь есть директора сейчас у нас в вебинарной комнате. И, конечно, у нас стоит цель большой дружной команды в следующем году поехать на лайнере, в 6 звезд. И абсолютно каждый из вас, если поработает, тоже может быть там. Потому что квалификационный период на лайнер начался вот только с прошлого каталога. Поэтому поставьте себе цель, делайте и, конечно же, достигайте этих целей. Это встречи с компанией, это какие-то корпоративы. Это, конечно же, возвращаясь опять-таки к самому первому слайду, который я вам показала, что деньги для кого-то не важны, но деньги на самом деле позволяют нам дарить незабываемые эмоции нашим близким, родным и, конечно же, себе. Вот так вот мы отдыхаем, вот так вот мы проводим корпоративные какие-то вечера, и это наша команда лидерская, это наши директора, это наши менеджеры, которые тоже вместе с нами. И, конечно же, возвращаясь опять-таки к нашему партнеру, кто-то говорит, что уже поздно начинать, кто-то говорит, что Oriflame это уже устарело, кто-то говорит, что нет роста и невозможно зарабатывать. Но вы посмотрите на этот слайд. Огромное количество новых званий, и это только за последние полтора года. Огромное количество бонусов и выплат, которые делает компания. Это деньги, которые компания выплачивает обычным людям, которые приходят с нуля и выполняют опять-таки простые действия. Они просто приглашают людей, создают поток лояльных покупателей, организуют систему продвижения продукции и получают за это очень классные деньги. Поэтому подумайте о том, сколько бы вы хотели получать. Подумайте о том, интересно ли вам вообще что-то изменить в своей жизни, или, в принципе, может быть, оставить все так, как есть, и дальше ходить и продавать свое время просто за деньги, которые нам платит наниматель. Или чуть-чуть можно поднапрячься, пускай, может быть, да, вначале будет сложно, но вы же должны понимать, что сложно было абсолютно всем. Самое главное, самое сложное – это принять решение. Но как только вы примете решение, самое главное – не останавливаться. Те, кто утверждают, что это невозможно, должны отвлекать тех, кто это делает. Когда я зарегистрировалась в компании Oriflame, абсолютно 95% моего окружения крутили у виска, говорили, что я сошла с ума, что Oriflame это не для тебя, да у тебя ничего не получится. На самом деле самое главное не слушать, и есть такая очень крутая фраза, которая мне нравится, да? Когда вы начинаете, самое главное посадить свои уши на жесткую диету. Не слушать никого, кроме спонсоров. Не слушать никого, кто не успешен в этом бизнесе. И, конечно же, я 100% вам даю гарантию того, что результат будет. Что вы точно будете на банкете, что вы точно будете на лайнере, что вы точно будете на золотых конференциях, которые проводит компания Oriflame. Звезды мирового бизнеса, я не буду сейчас читать абсолютно все высказывания, но они очень круто высказываются о вообще в общем в индустрии сетевого бизнеса. И, конечно же, это люди-миллионеры, люди-миллиардеры, да, это те люди, которые, в принципе, уже могут не работать вообще, да, ну там до конца своих дней ничего не делать, но они все равно развиваются, и они очень круто отзываются именно в сетевом бизнесе. Поэтому, конечно же, мы находимся в правильном месте, в правильное время. Самое главное начать и не сидеть на месте. Классная фраза, которую очень любит наш бриллиантовый директор Елена Рапоча, и это та фраза, которую я говорю всем своим новичкам. Неудачник – это не тот, кто не имел шанса, а именно тот, кто шанс свой получил, но не воспользовался. Очень часто бывает так, что, имея шанс, мы просто проходим мимо, может быть, попробовать, может, не попробовать, и так и проходит, проходит год, проходит два, проходит 10 лет, а в жизни ничего не меняется. Поэтому, наверное, просто нужно сесть, задуматься, уделить себе время, что я вообще могу изменить в своей жизни. А есть ли вообще какие-то перспективы? А что я потеряю, если попробую? А если получится, что я приобрету? И тогда на самом деле у вас точно все получится. Ну и, конечно же, в завершении я всех хочу
вас пригласить на, в следующем году на юбилейную, ну, скажем так, кто-то на конференцию, кто-то на банкет. А на банкет директоров мы должны поехать вообще огромной командой. Мы должны вообще взорвать Беларусь и приехать в таком огромном количестве людей. Ну, я не знаю, сколько нас будет, да, но вот круто бы было, если бы вот на 50-летний юбилей нас поехало бы минимум 50, да. Мы в этом году едем, мы сидели, посчитали сейчас вот на директорской планерке, у нас в этом году ездят почти 20 человек, да, и мы еще думали, там лимузин какой-то заказать, так классно подъехать к дворцу. Я, конечно же, абсолютно каждого из вас призываю к тому, чтобы вы подумали, рассмотрели эту классную возможность. И онлайн это действительно, онлайн-проект это действительно то, что позволит, может быть, сейчас что-то изменить в вашей жизни. Пускай, может быть, не сразу и не быстро, и не мгновенно вы получите результат, но с каждым каталогом вы будете расти личностно, вы будете развиваться, а самое главное, будет развиваться ваш онлайн-магазин. Я думаю, что сегодня я чем-нибудь была для вас полезной. Я очень рада буду встретить каждого из вас на банкете директоров в 2017 году. И я даже не представляю вообще, что компания для нас еще придумает, какие акции, какие бонусы и какой банкет фееричный будет в следующем году. И просто призываю вас всех там быть, а для этого действуйте, не останавливайтесь, не сидите, не жалейте себя. И, конечно же, вы обязательно все получите. Большое спасибо вам за то, что вы вечером в пятницу сидели, слушали, получали эту информацию, развивались, за то, что вы есть в нашем проекте. И, конечно же, я всем, каждому из вас желаю удачи. И самое главное, действуйте на результат. Не сдавайтесь. Большое спасибо. До новых встреч завтра для всех вас в 10 утра. Анна Козловская, золотой директор, будет проводить успешный старт для новичков. И в 11:00 Наталья Лагдинович, старший менеджер компании Reflame, будет проводить для вас обучение, один из методов по привлечению людей в ваш онлайн-магазин. Как работать по резюме. Поэтому обязательно выделите завтра себе утром 2 часа времени для того, чтобы еще раз послушать, либо впервые, да, послушать информацию о том, как быстро стартовать в нашем проекте, что для этого нужно четко делать, да, и, конечно же, узнать о таком вот онлайн-методе привлечения, как работа по резюме. Всем большое спасибо, классных вам выходных и с наступающими праздниками!